Я приветствую всех любителей и профессионалов покупок товаров на AliExpress. Товаров необычных и необычные эти товары тем, что доставляются они без отслеживания трека и приносят нам этим фактом много радости. Вот один из таких товаров. Доставлен он без отслеживания, хотя на конверте даже написано «Maybe opened официально». То есть я предполагаю, что должно было быть вручено каким-то официальным путем, но на самом деле все обошлось гораздо прозаичней. Отправлено оно простым сообщением, без отслеживания трека. Смотрим. В описании написано «Caps». Это предполагаю, это какая-то шапка. Это зимняя ветрозащитная балаклава. Я буду ходить зимой на зимнюю рыбалку и вспоминать AliExpress, который прислал мне такую шапку без всякого отслеживания трека и в почтовый ящик. То есть шапка. Видно будет одно лицо. Здесь перемычка, которая закрывает рот, если надо, и нос. Две затяжки, чтобы подтянуть. И закрывает шею. Такая она, как подшлемник. Мне нравится. Сделана очень мягенькая. Размер большой, как раз на мою голову. Не маленькую. И, в общем, долгими зимними вечерами на рыбалке буду с благодарностью вспоминать AliExpress. Внизу под видео в описании есть ссылка, пройдя по которой можно попасть на страницу покупки этого товара. А также ссылка на кэшбэк. Зарегистрировавшись на сайте кэшбэк, можно получать назад от 7 до 15% потраченных денег. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить с AliExpress совершенно бесплатно. Если вы только захотите, все эти товары будут ваши.